общем, я хочу вам показать всю боль и суть всей Америки. В чем главная ее проблема. Я думаю, что потому что я сейчас покажу, будет все понятно. Это еще что такое, бля? Лето пришло, что ли? Будь живой. Надеюсь, живой. В общем. Ёбаный в рот. Это пиздец. Это просто нахуй пиздец. Я ебал. Это пиздец, блядь. Это пиздец. Как в Америке масло меняют? Крышечка. Прелестно. О, где крышечка? Все в масле. Шивка в масле. Нет масла. Пустой щуп. Все в масле. Он какой черный. Я в шоке. Просто я... У меня нет слов. Обнаружил, когда двигатель затарахтел. Когда в масле так видно, что здесь этот бочин замята, ну какой холм приводится. А этот ровненький, идеально ровненький. Здесь ему какая, все замято. Ну чё, пришлось купить кастрол, потому что залили какую-то вообще непонятную субстанцию. Не знаю, что здесь было за масло, неизвестного бренда, фирмы. Все в масле. Аж на лобовом стекле масло есть. Вот все стекает, капает масло. 100 миль проехал где-то я. На таком масле. Это просто трэш.